В День защитника Отечества «Единая Россия» проведет возложение цветов к памятникам и мемориалам Великой Отечественной войны. Торжественные церемонии пройдут по всей Московской области. Региональный координатор партийного проекта «Историческая память» депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев сообщил, что в Подмосковье в этот день особое внимание уделят ветеранам Великой Отечественной войны и участникам боевых действий.